Атырауской области на территории специальной экономической зоны Национальный индустриальный нефтехимический технопарк компания «Казахстан Петрокемикал Индастрис» реализует проект строительства интегрированного газохимического комплекса «Фаза-1. Производство полипропилена». Цель проекта – производство 500 тысяч тонн полипропилена в год. EPC-контракт подписан на сумму 1 миллиард 865 миллионов долларов США. Генеральным подрядчиком является корпорация China National Chemical Engineering Company. В июне 2018 года Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» принял важное решение – передал в доверительное управление национальной компании «Казмунайгаз» проект строительства интегрированного газохимического комплекса «Фаза-1. Производство полипропилена». С этого момента начался новый хронометраж проектных, технологических, строительных и других решений в реализации значимого для Республики Казахстан проекта. За один год коллектив KPI наступающими темпами совершил прорыв. Согласована единая основа для проектирования, генеральный план завода, поточные и монтажно-технологические схемы завода. Новой командой за 12 месяцев выдано в производство работ около 4000 чертежей. Рассмотрена 3D-модель завода 90% готовности. Работами охвачены все 89 титулов. Строительство технологических установок дегидрирования пропана, полимеризации пропилена по лицензируемой технологии мирового лидера в области производства полимеров Lummus Technology и 32 крупных объекта инфраструктуры производится 36 субподрядными компаниями, из них 33 казахстанские. На сегодняшний день обеспечена мобилизация персонала в качестве 1512 человек, в том числе иностранной рабочей силы в количестве 193 человек. Из них 112 представлены инженерно-техническими работниками. Введены в эксплуатацию полевой офис для генерального подрядчика и субподрядчиков, временный офис KPI и временный поселок на 2960 мест, 3 столовые, котельная, медицинский кабинет. Кроме того, возведены цеха по сборке, покраске металлоконструкций и трубопроводных узлов. Устройства забивных и буронабивных свай выполнены на 100%. Динамично ведутся бетонные работы. Завершены работы по нулевому циклу. Приступили к устройству конструкций выше нулевой отметки. Размещены заказы на оборудование с длительным сроком изготовления. Это 123 единицы, большая часть которых изготавливается в Европе. В Китае изготавливается оборудование на авторизованных заводах мировых брендов UOP, Jord, Fives, Hamon. Также полностью размещены заказы на основное оборудование – 515 единиц. Заказ на самую крупную колонну – сплиттер пропана и пропилена – размещен на заводе «Атырау Нефтемаш». На стадии завершения размещения заказов на изготовление вспомогательного оборудования – это 6293 единицы. На строительную площадку поставлены первые партии труб и металлоконструкций. Кроме того, в рамках проекта ведется строительство транспортной инфраструктуры. Общая протяженность железнодорожных путей – 12,3 километра, автодорог – 4,5 километра. Вместе с заводскими корпусами, строящимися сегодня, оборудованием, поставляемым морями, железными и автомобильными дорогами, чертежами и расчетами, зародился новый трудовой костяк из выходцев трех нефтеперерабатывающих заводов – Атырау, Павлодара и Шымкента. Появляются новые, свои традиции. Впервые на Карабатане были проведены праздничные мероприятия. Древняя казахская традиция «Корису», празднование Наурыс-Мейрамы и чествование мужчин ко дню за защитника Отечества. Сами сотрудники считают, что у них два профессиональных праздника – День химика и День работника нефтяной и газовой промышленности. В этом году впервые в спартакиаде дивизиона «Казмунайгаз» маркетинг и переработка приняла участие команда KPI. Появились корпоративная газета «Про KPI», корпоративный портал, созданы общественные организации, первичная партийная организация «Нур-Отан» и Совет по делам молодежи. В компании KPI работают 163 человека, и лишь с 1 августа ее численность составила 218 сотрудников. Все сотрудники имеют высшее образование. Средний возраст составляет 38 лет. Всем сотрудникам гарантирована социальная поддержка.
Казахстан Petrochemical Industries – компания, где гармонично трудятся несколько поколений специалистов. Молодежь, пришедшая с институтской скамьи, строители, технологи, проектировщики, за плечами которых модернизация казахстанской нефтепереработки, и руководители, чей опыт бесценен, поучителен и интересен. Коллектив компании KPI устремлен к новым вершинам, и впереди у него большая, светлая дорога.